поход на хоккей – это отличный повод провести время со своей семьей. И сейчас на Уфа-арене для этого есть все условия. Ведь у нас появился семейный сектор. Места расположены на секторах, защищенных сеткой, что обеспечивает безопасность детей и их родителей. Инна, вы посещаете хоккей всей семьей? Да, редко, конечно, выбираемся, но с удовольствием. Как детям нравится? Очень нравится, уже такие вливаются, свои любимчики появились. А за кого персонально болеете? Болеем за всю команду Салават Юлаева, но персонально за нашего, конечно, папу. Папа Саша. Да? Максим. За папу болеешь? Да. Как вам на хоккее? Отличная атмосфера, весело. Артем, давно болеешь за Салават Юлаев? Да, я болею уже 3 сезона, и мне нравится ходить на Салават Юлаев. Кричалки знаешь? Да, кричалки знаю. Салават! И так далее. Да, нам очень нравится посещать хоккей с детьми. Мы также посещаем на втором этаже детскую комнату. Детки очень довольны. Домой идти не хотят. Мы здесь любим играть, весело проводить время. А за кого болеешь? За папу. За папу? А папу как зовут? Энвел. Энвел. Давно ходишь? Да. Ну, года 4 уже. Ну, нравится вот Умар, хороший игрок. Потом Тиема Хартиканин. Ну и все. Чувствуешь этот адреналин? Да, меня просто дух захватывает. Я ни разу так близко не сидел, не стоял. Вообще, всех игроки, вся Уфа-арена как на ладони. Пожалуйста, как тебе здесь на хоккее? Ну, хоккей – это вообще отличная штука. Вот впервые привел детишек. Надеюсь, им понравится сегодня. Мне очень все нравится. У нас крутые игроки. Ну, сейчас они там, что-то у них там не получается. Надеюсь, все получится в этой группе. Полин, тебе как? Понравилось? Да, очень понравилось. А что особенно понравилось? Рассказывай. Особенно играть в хоккей. Особенно нам не нравится смотреть на хоккей. Ты болеешь за нашу команду? Не болею. Ты здоровая. Ты правильно, болеть не Скажите, ваши дети тоже любят хоккей? Да, конечно, любят хоккей. Мы каждый раз приходим с детьми, с обоими. У меня дочке 3 года и мальчику 6 лет. Я хочу сказать, приходите всегда с детьми, здесь их развеселят. Здесь есть все условия, 2 детские комнаты, анимации и так далее. Здесь всегда весело детям. Все маленькие гости могут смотреть хоккей с трибуны или общаться с другими ребятами в игровой зоне под присмотром воспитателей и аниматоров. Если вы приобретаете билеты на 12-й сектор, то получаете скидку 50% для своего ребенка. Все подробности вы можете узнать в кассах Уфа-арены.